Самые опасные места на планете ежегодно притягивают туристов-экстремалов, которые находятся в поисках острых ощущений. И эти места действительно способны подарить массу адреналина. Посещение таких уголков сопряжено с высоким риском для жизни. В список зон отчуждений попали города, величественные горные рельефы, пустыни, а также водные просторы, которые хранят в себе немало загадок и случившихся трагедий. Представляю вниманию зрителей десятку самых опасных мест на Земле. Чернобыль, Украина. Чернобыль открывает десятку самых опасных мест во всем мире. Некогда процветающий город в один миг превратился в забытое Богом место. Страшная трагедия, произошедшая в 1986 году, стала причиной того, что люди стали поспешно покидать родной уголок. Атомный взрыв, произошедший на передовой электростанции, послужил выбросом тонн радиационной пыли, которая распространилась на несколько сотен километров. От радиационного загрязнения пострадали миллионы людей, многие из них погибли. В настоящее время Чернобыль представляет собой город-призрак, в котором находиться крайне опасно для здоровья и жизни из-за высокого уровня радиации. Змеиный остров, Бразилия. Одним из самых опасных мест на планете считается Змеиный остров. Находится он в Атлантическом океане, рядом с побережьем Бразилии. Остров закрыт для посещения, так как крайне опасен для жизни. Судя по названию острова, нетрудно догадаться, что его единственными обитателями являются змеи. По примерным подсчетам, на один квадратный метр территории здесь приходится до 5-6 змей. Остров считается крупнейшим естественным серпентарием во всем мире. Побережье Калифорнии, США. Побережье Калифорнии – одно из самых небезопасных мест на Земле. Прибрежные калифорнийские воды являются излюбленным местом белых акул, которые ежегодно калечат сотни людей. Нередкостью являются и случаи с летальным исходом. Но несмотря на этот факт, серферы и дайверы продолжают рассекать водные просторы в поисках новых ощущений и адреналина. Пустыня Данакиль, Эфиопия. Пустыня Данакиль – одно из самых опасных мест для жизни на планете. Красочный и неповторимый пейзаж хранит в себе ряд опасностей из-за природных и климатических особенностей. Температура в этой необычной и удивительной пустыне порой зашкаливает за плюс 50 градусов, что уже делает пребывание здесь допустимым в течение лишь нескольких минут. Горячий, обжигающий воздух – это еще не все, чем может отпугнуть это место. В атмосфере находится высокая концентрация ядовитых газов, которые могут стать смертельными. Кроме этого, в пустыне часто происходят землетрясения, так как там находится разлом Аравийской плиты. Долина смерти, Россия. Долина смерти входит в десятку самых опасных мест планеты. Находится долина на Камчатке в Кронотском заповеднике, рядом с действующим вулканом Кихпиныч. Славится этот край не только своими красивыми пейзажами, но и множественными смертями. Находиться там в течение долгого времени смертельно опасно как для людей, так и для животных. Многие ученые склонны считать, что причиной гибели становится отравляющий газ, который находится в долине смерти. Огненная гора, Индонезия. Огненная гора является одним из самых опасных мест на планете. Такое название получил действующий вулкан Индонезии. За все его время существования насчитывается около сотни извержений. Ежедневно Огненная гора подает жизненные признаки в виде столба дыма, который поднимается до 3000 метров в высоту. Последнее серьезное извержение было зафиксировано в 2014 году. Тогда погибло около двух десятков местных жителей. Извержение 2006 года также стало причиной многих смертей. Известно, что в 1930 году здесь погибло около 1000 людей. Тогда огненная лава разлилась на 13 километров от подножия. Несмотря на это, ближайшее поселение находится за 6 километров от бушующего вулкана. Дорога смерти, Боливия. Дорога смерти является самым опасным местом на Земле. Множество смертей, произошедших здесь, говорят сами за себя. Дорога была проложена парагвайскими заключенными во время войны между Боливией и Парагваем в 1932 году. Наличие множества крутых поворотов, сложный рельеф и плохое дорожное покрытие являются причинами многих автокатастроф. Кроме этого, есть сведения, что здесь находят свою смерть велосипедисты, желающие получить порцию адреналина.
Около 200 человек ежегодно погибают на этой дорожной местности. Запретить эксплуатацию этой дороги нет возможности, так как она является единственной транспортной артерией страны. В 70-е годы была принята попытка реконструкции дороги, но работы были уже приостановлены на 20-м километре. Остальные 50 километров лишены асфальтированного покрытия и представляют собой глинистый грунт, который после дождя становится скользким и крайне опасным для передвижения на транспорте. Вершина горы Вашингтон, США. К самым опасным местам на планете относится и вершина горы Вашингтон. Это одна из самых высоких и красивых точек в северо-восточном регионе США, а также самых непредсказуемых ввиду переменчивых погодных условий. Находиться на этой вершине крайне опасно. Именно здесь зафиксированы самые высокие показатели скорости ветра, которые превышают 100 метров в секунду. В 1934 году на горе был зафиксирован рекорд. Сила ветра достигла 372 км в час. Поднятие на вершину впервые совершил Дерби Филд в 1642 году. Неопытному туристу не стоит рисковать и взбираться на самую вершину. Бермудский треугольник, Атлантический океан. Бермудский треугольник является одной из аномальных зон и опасным местом среди водных просторов Атлантического океана. Находится аномальная зона рядом с побережьем Северной Америки, между Бермудскими островами, Майами и Пуэрто-Рико. Если образно соединить эти пункты линиями, то получится фигура треугольника. Впервые упоминание об этом мистическом районе, где бесследно пропадают морские и воздушные суда, а навигационные приборы отказываются работать, появилось в публикации статьи Винсента Гаддиса. Его работа получила название «Бермудский треугольник. Логово дьявола». Этот морской участок таит в себе опасность прежде всего из-за большого количества отмелей, а также часто зарождающихся здесь циклонов и штормов. Этим объясняется неисчислимое множество катастроф и отказ приборов работать в этом месте. Перевал Дятлова, Россия. Перевал Дятлова или гора мертвецов возглавляет список самых опасных мест на планете. Аномальное место расположено на севере Урала. Свою популярность перевал Дятлова приобрел из-за множества случившихся в том месте смертей по необъяснимым причинам. Там нашли свою смерть многие исследователи и туристы, которые посетили это мистическое место. Загадочная смерть всех участников экспедиции Дятлова до сих пор вызывает жаркие споры по поводу причины случившейся трагедии 1 февраля 1959 года.